Подросткам о наркотиках. Приднестровские милиционеры продолжают проводить уроки и лекции для школьников. Рассказывают не только о вреде наркотиков, но и о том, какие сроки грозят за их распространение. Наркотики – это зло. Участились случаи, когда задерживают несовершеннолетних, возраст 14, 15, 16 лет и старше, за сбыт наркотических средств. Представитель инспекции по делам несовершеннолетних предостерегает ребят от совершения проступков, которые могут сломать им жизнь. За распространение наркотиков грозит тюремный срок от 10 лет. Причем уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста. «Молодость за закладки» – фильм под таким названием сегодня смотрят ученики первой гимназии. На экране реальные истории сверстников, тех, кто сейчас в тюрьме. Желая быстро и много заработать, они поддались соблазну стать наркокурьерами. На деле же проработали не больше пары месяцев, оказались на скамье подсудимых. «Беда пришла откуда ее просто ждать. Земля из-под ног. Это то самое чувство, когда ты чувствуешь, что все, ты больше не живешь». Ребята говорят, о наркотиках наслышаны из СМИ, таких лекций, которые проводят сотрудники милиции. Знают о последствиях употребления дурманящего зелья. К счастью, на словах. Сами не пробовали и другим не советуют. Посоветовал бы остерегаться вообще наркотиков, не впускать их в свою жизнь и держаться подальше от людей, которые употребляют наркотики и советуют, ну, предлагают тебе их употребить. А если же узнаешь, что твой друг вдруг как-то замешан в этом, то дать советы и помочь ему уйти от этого. Лекции о вреде наркотиков милиционеры продолжают проводить во всех школах, техникумах и училищах. Такие уроки проходят во всех городах и районах республики.